Сегодня я весь день ищу телефон. Очень дешевый телефон, не себе. И это, конечно, невероятно. Это столько времени на это уходит, когда есть выбор. Столько времени на выбор. А себе я хотел на оставшиеся вот эти вот интернетовские деньги, которые мне прислали. Я просто хочу купить телефон и колонки. Колонки себе, телефон не себе. И, в общем, на оставшиеся деньги я ищу себе колонки. Но это все так странно, эти какие-то китайские фирмы. Кстати, на Е-каталоге почему-то очень мало колонок дешевых. Типа 2 и 1. Я уже научился это различать. Это когда два спутника и один собой. Я не знаю что. Бас. В магазин пошел сегодня странно. Я думал, что вообще не пойду в магазин, но потом я вспомнил, что мне принесли сыр моцареллу, и я хотел ее с помидорой съесть. И поэтому пошел в свой Макнит, в котором бананы тоже дешевые были, но там их уже дешевых не было, и я все равно купил. И бананы, и помидоры. Замечательно. Еще у нас, кажется, зима. Ой, у меня болело горло с утра. Я вспомнил. У меня горло не болело, даже когда у меня был коронавирус. А сегодня с утра болело горло. Ну, у нас стало холодно. Ну, наверное, во всем Петрозаводске стало холодно. Я доделал наконец-то фугу одной студентки сегодня. Это очень большая радостная новость. Потому что у меня на это ушло, ну, 4 как бы таких вот занятия. Документы вчерашние. У меня опять тот же самый ступор. Мне надо было проконсультироваться, а я не проконсультировался. Но сегодня поменял, убрал 2 лишних пробела после скобочек. И все. Все остальное время я не знаю. Я просто ищу что-то в интернете. Вот это. А еще посмотрел одного путешественника. И, кстати, я даже не знаю, может быть, даже прорекламировать. Он рассказывал про какие-то замки, которые построили в Турции. Я вот, кстати, когда пытался вспомнить, что сегодня было, я этого не вспомнил. А сейчас вспомнил. Вот она, камера, что делает с людьми. В общем, мысль такая, что есть, наверное, какие-то богатства у людей, но если они будут одинаковыми у всех вокруг, то они потеряют смысл. И, ну, там, конечно, не совсем так. Там просто построили много замков одинаковых. И сначала в них как бы вкладывались, а потом просто никто не захотел ехать в такое место, в котором полно одинаковых замков. Но выглядит это достаточно отвратительно, кстати. То есть все-таки люди хотят быть, в итоге они хотят быть уникальными, наверное. Или, ладно, я не знаю. Но там, в общем, как раз вроде бы именно из-за этого проект как бы заморозился. Да, на самом деле этот человек еще много рассуждал по поводу того, что вот он не хочет просто какие-то регулярные делать видео про жизнь, про еду, там, что это все уже неинтересно, он хочет делать журналистские проекты. А я не очень хочу. Я лучше буду рассказывать, как я сегодня ел, потому что я так сегодня ел. Это просто невероятно. Потому что, ну, сначала я съел помидору с моцареллой, а потом я просто забыл нормально поесть, ну, потому что это как бы вроде немного совсем, это помидор с моцареллой. И я просто искал, ой, я даже носки не постирал.
Это надо было делать, как только приду. И, в общем, я пришел, я ничего больше не делал, я просто искал, искал и думал, что же делать с этими смартфонами. Это же какая у нас это, как это называется, политика капитализма. Это капитализм. Нет? Не знаю. Ну вот это вот проблема выбора. На него у меня уходит сейчас все время. Я никакого фильма не посмотрел. Хотя, я же не знаю, можно об этом говорить или нет, но, в общем, я даже приглашал моего бывшего соседа по больнице смотреть фильм какой-нибудь, а потом пришел и начал смотреть телефоны. И там так непонятно. Есть какая-то русская компания, очень дешевый телефон с какими-то хорошими камерами. Пишут, камеры хорошие, а телефон работает не очень. Я вот думаю, что это значит вообще? Вот, и теперь я не понимаю. Но это интересно, что есть какая-то русская. Все, наверное. Вообще, мне было трудно собраться сейчас говорить видео, потому что я устал слегка. Ну, потому что поздно. Хотел раньше лечь спать, кстати. Было ли что-нибудь такое необычное сегодня? Холод? А, ну я не ходил по своей тропинке, по грязной. То есть сегодня по ней можно было бы идти, но я не ходил. Ну, можно было бы, потому что там холодно. Это не важно. Это все уже не важно.